Уже совсем скоро в России пройдет чемпионат мира по футболу. Наш город тоже причастен к этому грандиозному событию. Воронежские таможенники обеспечат безопасность на стадионе «Лужники» в Москве. С помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса они будут осуществлять проверку автотранспорта на предмет недозволенных вложений. Затем, как работает чудо техники, наблюдали наши корреспонденты. На площадках чемпионата мира будет задействовано 12 машин. Комплекс работает как рентген. На экране монитора отображается все, что есть в автомобиле. Обычно воронежский машинизированный досмотрщик задействован на границе с Украиной в пункте пропуска Бугаевка. Здесь он, как правило, не пропускал недозволенный алкоголь и табачные изделия. В Лужниках сканер пробудет с конца мая до середины июля. Возможности комплекса позволяют высвечивать проволоку диаметром 1 мм на глубину 200 тысяч миллиметров стали. На досмотр фуры уходит, как правило, до 15 минут. У опытных таможенников глаз уже наметан. Они могут разглядеть запрещенных к провозу даже без углубленного досмотра. Операторский отсек предназначен для работы в круглосуточном режиме должностных лиц. Там есть и холодильник, и кондиционер. Воронежский инспекционно-досмотровый комплекс каждый квартал выезжает на дополнительную работу. Так, огромный сканер проверял безопасность Всемирной универсиады в Канзане, на саммитах ШОС и БРИКС в Уфе. В прошлом году техника обнаружила травматический пистолет и газовый баллон. К сожалению, в наше время подобные комплексы безопасности стали неотъемлемой частью нашей жизни. В мире участилось число террористических актов, особенно на мероприятиях с участием большого количества людей. Для того, чтобы праздник не превратился в горе, службам безопасности приходится прибегать к тщательным мерам досмотра. Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал.